необходимо понимать, что именно пока знания у тебя есть, что ты можешь предложить. Это практика, которая пытается стать международной. Наверное, специалистом по таким коммуникациям можно стать только попробовав себя в работе и поняв, что действительно может быть таким сопроводником между двумя культурами. Это дается далеко не всем людям, закончившим переводческий или становический факультет. Нужные работники. По оценкам по ИСКИО, годовая зарплата специалиста по межкультурной коммуникации лежит в диапазоне от 30 до 80 тысяч долларов. К тому же нужно учесть, что нередко специалисты по кросс-культурной коммуникации занимаются еще и тренингами. Пусть меня научат. Ну а теперь про учебу. Университет Ньюкасла в Великобритании предлагает годовую магистерскую программу по кросс-культурным коммуникациям и образованию. Здесь в процессе обучения вас ждут такие дисциплины, как социолингвистика, психология общения, международный бизнес, профессиональная коммуникация и микроанализ межкультурного взаимодействия. Цена вопроса – 5500 британских фунтов. Из ближайших онлайн-курсов в декабре стартует 8-недельный курс в университете. Выбор кредитных. Забудьте это. Ноги тяну и руки трясутся. Сейчас вот ремонт пробиваю. Пробью ремонт и заживу как король. Мальчик, помоги дорогу перейти.